Весна – отличное время для того, чтобы взглянуть на свою жизнь по-новому. А приятный семейный шопинг не только поднимает настроение, но и позволяет сэкономить семейный бюджет. Весной покупки неизбежны. Но так не хватает времени разъезжать по всему городу. Строительные гипермаркеты в одном конце, детские в другом, бутики с одеждой в третьем. А мы попытались найти место, где есть все и сразу. Изучать ассортимент такого магазина вместе с нами будет молодая мама Екатерина и ее малышка Алина. Давай. Первое, что заметили наши герои, в выставочном зале светло и просторно. А это облегчает шопинг с ребенком. Нашлись модели для детей, пожалуй, всех возрастов. Вот такая вот. Она маленькая? Нет, твоя синяя маленькая. Здесь же женская одежда. Катя изучила ассортимент пальто. Ценник приятно удивил женщину. Пойдем, папе, что-нибудь курточку новую посмотрим. Давай. Вот это нравится тебе курточка. Мужская половина не уйдет без покупок. Рубашки, джинсы и куртки достойного качества. Думаешь, папе понравится? Да. Красиво? Папа у нас красавчик, да, будет? Мужская и женская обувь актуальных моделей. Аксессуары и товары для красоты и рукоделия. Женские штучки, сумочки и рюкзаки. Чемоданы и дорожные сумки в ассортименте. Туча, смотри, посуда еще есть. Надо пойдем что-нибудь бабушке выберем. Все, что нужно хозяйке, от кастрюль до лопаток. Бытовая химия и товары для дома и ванной комнаты в соседнем отделе. Сувениры и подарки для любимых. Постельное белье различных форматов. Подушки и одеяло, и это далеко не все. Внимание, зоотовары, когтеточки, переноски и игрушки. Смотри, какие домики к искам. Маньки, купим домик, смотри. Ну и какой семейный магазин без детских игрушек? Развивайки и мягкие зверята. Аксессуары для детской комнаты. Кажется, наш маленький эксперт нашел, что искал. Такой семейный шопинг устроил и маму, и дочь. Никаких капризов, только полезные покупки. У меня муж не сильно любит шопинг, но я думаю, что ему ассортимент бы понравился. Цените время, и ваш семейный бюджет выдержит любой кризис. Внимание! В Красноярске открылся магазин честных цен. Проспект Красноярский рабочий, 9. Второй этаж ТЦ «Восточный». Приходите в магазин честных цен. Магазин, в котором есть все.